Всем привет! Это Tuning Factory, и мы на RDS-GP. Это Игора Драйв, третий этап. Мы приехали в составе с одним пилотом, это Антон Дубовик. На прошлом этапе, как вы помните, у нас взорвался мотор. Шатун вышел погулять. Такое бывает, ничего страшного. Поставили новый мотор, в Москве его поднастроили. Поиграли вчера с настройками подвески, поскольку было мокро, дождливо и погодка так себе. Антоха вкатан, готов лупить квалификацию. На этот этап станка «Импорт» предоставили нам три крутейших станка. Один из них трудится в предстартовой зоне, два стоят здесь, в паддоке. Мы организовали три очереди, каждая очередь соответствует станку. Все удобно и просто. В топ-32 Антон Дубовик проиграл Андрею Остапову. Из-за маленькой ошибки на предпоследней перекладке его развернуло. Но мы не расстраиваемся, поскольку это автоспорт, и в принципе все круто, потому что гонки продолжаются. Скоро следующий этап в Мечково. Там мы, кстати, с вами и увидимся.